Всем привет! И сейчас мы идем летать. Да, мы сейчас идем, мы не знаем, насколько у нас получится, да, Саш? Пустят ли нас вообще, да, какие там условия? Но мы идем летать, по-настоящему летать. Можно сказать, как с парашютом? Ну да, почти. Почти. Вот, вот на такой летательный аппарат хотят мальчики. Ну что, пойдем смотрим, что можно сделать, получится ли у них полетать. Ну что, идемте? Посмотрели, идем, посмотрим. Я попрошу не на полной мощности. Я хочу на полной взлететь, вот зачем это? До верху. А там только эти одержали. Да, с этим дядей. Ну что, мальчики, здравствуйте. Здравствуйте. А кто из вас будет летать? Трое. Два мальчика и девочка. Класс, отлично. Меня зовут Алексей, я буду вашим инструктором. Я вам сейчас в этом комбинезоне. Там прямо по коридору находится белая дверь с красными буквами. Там можно переодеться будет. Комбинезон надеваем поверх своей одежды. Ну, хорошо. Мы есть. Давай. Хорошо. Идем. Пойдем переодеваться. Ты довольна? Да. Тебе разрешили? Так, Арса, что это у тебя такое интересное? Шапочка. Это шапочка. Типа что примеришь? Да, круто. Подходи. Подходи поближе, а то я не дотянусь. Ага. Все отлично. Потом тебе поправим эту шапочку. Поправим. Давай. Вот такая банда идет сейчас летчиков, испытателей. Нам, космонавты? Нам Саша на 4 минуты, а Софии на 2. На 2. Мы идем на инструктаж. Давай. Я тоже послушаю, что там вам будут говорить. София, иди сюда. Чтобы ты понимала. Сюда. О чем говорят? Ой. Только слушай внимательно. Договорились? Угу. Меня зовут Алексей. Сейчас мы скоро с вами классно полетаем. Саша вставляет беруши. Это чтобы сильно ветер не задувал, да? Нет, чтобы не так громко было. А, чтобы не так громко. А ветер холодный там или теплый? Комфортно, прохладно немножко. Арс, там сейчас комфортнее, чем здесь снаружи. Ты видишь, Арси вставляют игрушки. Ну что, ты готов? Не страшно. Ты ничего не слышишь? Сейчас надевай шапочку. Надевай шапочку, сейчас все светлое скажешь. Все, Арсений, тоже надевай шапочку, потом очки. Надевайте шапочку, очки. Ставили игрушки, дальше сами. Подойди сюда ко мне поближе. Так, поворачивайся ухом. Ты такой смешной, как космонавт настоящий. Такой не космонавт, я бы сказала, наш пищевая промышленность. У меня такое ощущение, что ты не то станет. Ты все правильно делал. Чтобы не давило тебе сильно. Ты можешь немножко расслабиться. Все, помоги, пожалуйста. Ага. Надеть шапочку. Давай сейчас шапочку тебе. Подходи, подходи. Итак, наша София забоялась. Смотрите, стоит и плачет. Вот я боюсь, я не хочу. Ну что, пускай братья вместо тебя летают. Ты уверена? А можешь попробовать, что будешь потом жалеть. Аминка же летала. И не боялась. Ты там с дядей будешь. Ты с дядей будешь. Смотри, смотри. Видишь, дядя, как держит деток? Видишь, как держит деток? Видишь? Он их держит, чтобы они не упали. Нет, не будешь. Пошли, папе расскажу. Трусишка, зайка. Вот такой трусишка у нас. Папа. У нас трусишка. Да, боится. Она говорит, что даже не хочет. А чего ты боишься? Дядя за тобой будет смотреть все время. Не хочет. Ну, можно это время распределить среди мальчиков, сказали. Не будешь тогда? Ну, значит, все распределить. Дядя сказал, чтобы ты посмотрела, если не захочешь, ты то не посмотри, будешь. Ты посмотри, когда Сашка покатается, Арсенька покатается, и потом решим, хорошо? Хочешь, не иди. Нет, нет, Саша, не хочешь, не иди. Снимай очки. Снимай шлем. Снимай шлем. Папа, помоги ей расстегнуть. Ну, папа, может, и не надо ей. Может, папа она еще просто пережила. Маленькая. Папа сам пережила. Берушики достает. Ей даже беруши одели. Давай мы снимем твой колпак. Такая испуганная девочка. Ну все, сиди с папой, посиди с папой рядышком. Вот садись туда. А мы посмотрим, как твои братья будут летать, как они будут летать. Что там они? Им ничего не слышно, потому что у них беруша. Вот такие у нас два космонавта. Привет! Привет! Сейчас заходит наш Арсений. Ну-ка, Арс, давай. Смотрите, ложится. Кулаки неправильно, надо руки выпрямить, а он в кулака. А нет, выпрямляет. Сейчас его колбасить будет. Смотрите, как колбасит. Полетел Арсений, смотрите-ка, летишь.
Летит! Ох ты! Вот это прикол! Папа смотрит, ему смешно. Что ты? Че ты смеешься? Смешно? Он не понимает, он не слушал, как обычно, инструктора. Да. Он не слушал инструктора, я тебе честно скажу. Он сидел ушами хлопал. Вот поэтому сейчас у него ничего не получается. Нет, я бы сказала нормально. Смотри, отлично, да. Посмотри, опа, 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 его немножко придерживают. Ну, хотя я бы сказала, что неплохо. Все, вывели. Сейчас следующий наш следующий конкурсант. Это Александр. Сашка заходит, руки. О, этого. Саша должен был внимательнее слушать, но его колбасит, он очень легкий. Саша у нас легкий. Боится, боится. Первый раз ему страшно. Молодец, молодец. Отлично все. Все отлично. У Саши все получается. Но у нас Саша всегда более спортивный мальчик был. Поэтому у него все круто выходит. Классно. У Саши получается, да? Лучше, чем у Арсения. Ну, потому что Саша более всегда спортивный был. Он всегда и есть более спортивный. София, мне кажется, ты бы была самая крутая, честно тебе сказавши. Но забоялась. Скоро Саша на потолок взлетит. Пойдешь? Ну пошли тогда, только быстро. Один раз. Пошли. Как ты думаешь, она полетит? Наша передумавшая не девочка. Не знаю, но пока сидит там, братья рассказывают, что это круто. Она сейчас послушает, что круто. И полетит? Ну пошли посмотрим, где там она сидит. Маша тоже настроилась, поняла, что это не страшно. Да, покажите ей, как надо. Вот так вот ручки. Нет, покажи, что в локоточках. Понравилось? Круто? Сейчас Арсений и Саша будут летать высоко. Так, Арсений. Танцор. Диско. Итак. Да ничего. Папа делает фотки, как Арсений наш летает. Нет, все в бликах, это не то, кажется. Арсений, ты крут. Так, Арсений старается держать. София, он тренируется. Смотри, Коля, ага. София тренируется. Так, ну-ка, Арсений, давай. Ой, когда тренер смеется. Полетели! Полетели вверх! Смотри, Арсений. Такой крутой пацан. Вверх, вниз. Вот это опыт. Нет, я считаю, это крутой опыт. Может, подрастут и сейчас с парашютами прыгать. Представляешь, как круто будет? Опа. Нет, он уже держится. Смотри, как его выгибает. Не то, что струна, струнищий. Так, сейчас его выведут. Выкинут. Сосиска. Сосиска, вылетай. Он ему показывает ноги, напрягай, да. И выравнивай ноги. Он нет. Арсений, покажи, чем крутой. Аж кошмарит его, да? Теперь Саша. Оба. Адреналин зашкалил. Сашке получается получше, но он и постарше. Рассказывается, делится. Арсений прет. Саша крутой чувак. Оба. И полетели вверх. Как это классно. Я думаю, он будет под большим впечатлением, что один, что второй наш мальчик. Ему очень нравится. Смотри, какое выражение лица довольное. Ух ты, как быстро. Ты видел? Идет. Нет, не испугалась. Идет. Маленький летчик. Самый маленький. Руки. Вот. Самый маленький летчик. Она его все равно. Ты крутая девчонка. Ну я ж не побоялась. Сначала поревела, а потом решила пойти. Это круто. Она сдержится за его руку просто. Четыре с половиной. Нет, она его не отпустит. Капитан Америка. Она его не отпустит. Нет. Она его сразу цепляет за руку. Да,
Да, зато как, я думаю, тоже интересно было. Болтает ее. Все, это было круто. Все. Молодец, молодец. Я думала, она реально не решится. Она больше молодец. Зовет второй раз. Не, не хочу. Не хочет больше. А, еще остается одна минута. Кто же будет летать? Смотрите. Арсень летит. Арсень летит на камень-ножницы. Выше и пошли вверх. Напрягся, есть ажиотаж. Он когда напрягся, ногами не дергает. Ноги прямо. Понимаешь? Ой, какой смешной. Папа, мы с тобой насмеялись. Да. Насмеялись вдоволь. Зачетно. Зачетно, они вообще очень круто. И все, Арс, вылетай, птичка наша. Это было круто. Все. Сейчас успокоится, сейчас тренер, наверное, покажет мастер-класс. Смотрим, как будет тренер летать. Подниматься вот такой вот, опускаться самое крутое. Сердце, адреналинчик. Да, папа говорит, адреналин, у Арсения такие глаза. Получил порцию адреналина. Это был самый крутой день в моей жизни. А вы были на канале Брошу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Брошу. Всем пока. А мы идем отдыхать.